Сообщество многодетных родителей «Много нас» работает уже 3 года. Сейчас оно объединяет почти 200 семей. Организатор Юлия Смирнова и ее помощники всегда на связи. Времени уходит много, признается Юлия, но бросить эту работу они не могут. Ведь порой именно при поддержке сообщества многодетные мамы справляются с трудными жизненными ситуациями. Мы разбираем проблемы семьи индивидуально, некоторые проблемы. У меня большая команда, 10 человек, которые помогают. Они такие же многодетные мамы. И это не мешает им оставлять детей и заниматься благотворительностью. У нас есть раздачи бесплатные, помощи благотворительной. Общаются родители через социальные сети, обсуждают темы как личной, так и государственной важности, социальную политику, например. Накопилось много вопросов, появилась возможность их задать. Есть и ряд предложений. Мамы садятся за круглый стол вместе с депутатом Государственной Думы, членом фракции «Единая Россия» Оксаной Пушкиной, начальником территориального управления и представителями ведомств. Вчера президент говорит, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались и как мы хорошо успели. А сегодня мы говорим, что люди, которые признаны улучшать демографическую обстановку в стране, не могут вообще понять, зайти на одну кнопку нажать. 3,5 часа парламентарий общалась с родителями. Не обошлось и без личных женских историй. Например, Елена Сланко, мама 5 детей. Уже 10 лет семья проживает в Кубинке. Но вот детские пособия и льготы оформить не получается. Приходит отказ. Причина отказа? Муж едет в Украину. Сколько вы раз пробовали подать документ? Куда обращались? И в соцзащиту. Как бы они мне отвечают, подавайте, все. Я когда подъезжаю, узнают, кто он. Тут же отказывают. Это не единичный случай. Успех формата круглого стола как раз в том, что без бюрократических проволочек и бесконечных писем в инстанции можно задать свой вопрос прямо представителю ведомства под депутатским контролем. По словам активных родителей, бюрократия коснулась их и в оформлении льгот. Им нужна пошаговая инструкция в очень простом окошке. Это будет приложение, это будет какой-то отдельный сайт, где все будет прописано. Потому что мы сегодня пытались зайти на все сайты, которые существуют, и они достаточно разрозненные. И это действительно большая проблема для людей, которые воспитывают много детей. Оксана Пушкина уверена, такие встречи помогают получить информацию из первых рук и понять, как должен правильно заработать законопроект. Активные родители готовы находить время на эти встречи. Депутатский прием окончен. Мамы поспешили отдел государственных к делам семей. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».